есть. Ух ты, блин, друзья, это хороший. Они не кормятся со дна. Он стоит, просто тупо стоит карп. Сейчас попробуем его опустить как можно тише. Вон он стоит, вижу его. Главное, чтобы он меня не увидел. Конкретно я перед его носом опустил. Никакой реакции. Чуть-чуть пошевелился. Друзья, взял. Взял, блин, я уже не надеялся. Где рыбы? Где-то ушли, наверное. Просто стоят. Не берет, а точнее рыбы здесь нет вообще в этих, ну в этом протяженности 50 метров рыбы нет. Там стоит карп прям под верхом. Они, короче, просто тупо стоят под верхом. Они не кормятся со дна. Он стоит, просто тупо стоит карп. Сейчас попробуем его опустить как можно тише. Главное, чтобы он меня не увидел. Что такое? Почему не летит? Ага, паутинка была. Ё-моё. Небольшой, кстати. Совсем небольшой. Оп. Я опустил. Вон трошечки опустился. Вот я конкретно я перед его носом опустил. Никакой реакции. Чуть-чуть пошевелился. Небольшой карпик. Вообще стоит как вкопанный. Ух ты, блин. Что это клюнуло? Карп стоял. Что это клюнуло? Может, рядом еще один там был, Миш?
Ух ты, блин! Вот это была поклевка, а я прозевал. Вот это да. Аж шарпануло. Друзья, стоит карп или карась крупный, не знаю пока точно, но вижу, что рыба неплохая. Ух ты, блин, ё-моё. Обманул меня. Ну что, устал я ходить, друзья. Результата ноль, рыба неактивная, стоят рыбы в тростнике, но не реагируют. Вообще реакции ноль на любые опускания, подыгрывания, что я не предлагал, червяк и кукуруза, делал хлеб, в общем, ноль. И решил я, ребятки, прийти на место свое, где протоку, где заходят сазаны. Я здесь ловил на боковой кивок, они тут стоят, вот, и просто закормить кукурузой и сесть посидеть. Отдохнуть, перекусить, расслабиться. Снял уже вейдерсы, потому что тоже начинает мокреть все, влага набирается, от тела выходит влага, и вся одежда мокрая, чтобы немножко просох. В общем, закормлю сейчас кукурузой вот там место. Сейчас брошу пару горсточек кукуруз и буду ловить на кукурузу. Это будет стоять на поплавочную. Ну, а туда бы мы будем бросать боковой кивок, будет подыгрывать. Ну, посмотрим, на что клюнет. Так, друзья, заброшу поплавочек. И посидим на поплавочек. И на кивок. О, отлично. Ну, подождем. Будет стоять поплавочек, а там кивочек поставлю. Вот в тех зарослях он постоянно крутится. Стоял там, выгревался. Но не клевал. Сейчас, может, зайдет на точку-то, захочет поесть. Он, смотрите, там опять пошел. Но здесь на ближнем тростнике, друзья, не ходит, не стучит. Вот как только он сюда подойдет, начнет шатать этот тростник, вот тогда шанс на поклевку возрастает. А пока тишина. Смотрите, как бьет. Ходит. Я ему подыграю. Гляньте. Вот шатает, шатает. После, прямо возле кивка. Друзья, взял. Взял, блин, я уже не надеялся.
большой, где-то, наверное, трёшка. Там уже 4. Его спобороли. Такой где-то, наверное, сазанчик. Смотрите. Как вам такой сазан? А? Красивая рыба. Так, сколько ж он? 70. Думал, 69. 70. Ровно 70. Сантиметров. Ну вот. Тоже неплохо. Сейчас мы его взвесим. Интересно, сколько он. Ну и сколько? 5,5. Ну, 5,500. 5. Короче, 5,5. 5,25, друзья. Смотрите. Сейчас, смотрите, какая красотень. А? Супер. Как вам такая рыба? 5,5 килограмм. Еще минус подсак, друзья. Я думаю, 500 грамм подсак. То есть пятерочка. Вот, вот такая вот пятерочка, ребятки. Клюнула. Слава богу, хоть такое, потому что я сегодня уже потерял всякую надежду. То я за 3 часа ловил столько рыбы, а сегодня проходил, вижу, они стоят, и вообще реакции ноль никакой. А этот вот пришел, и этот красавец вот клюнул. Вот такая вот рыба. Так, ну мы его тоже отпускаем, друзья. Этот пойдет подрастать, пусть растет до десятки. Ну что, вот он, красавчик. Сейчас мы его реанимируем немножко, потому что пока взвешивал. Ну что, парень, ты пойдешь? А, он еще и плавником зацепился. Ё-моё, стой. Стой ты. Еще и плавником зацепился, сейчас еще и хватку утянет мне. О, все, отцепил. Ну все, беги, друг. Беги, мой хороший. Блин, еще меня облил. Поросенок малый. Друзья, этот сазанчик пошел подрастать. Ну и видите сами, как сегодня рыбалка складывается. Ходил я, ходил. Было у меня там несколько поклевок неудачных. В общем, не засек я рыбу. Ну а вот это место, где я уже тут стабильно ловлю, знаю, сюда заходят сазаны в эту протоку. В прошлый раз, вы видели, я здесь ловил тоже. Ну, в прошлый раз я не кормил, в прошлый раз я просто наблюдал, как они заходили. Только-только заходили, и тогда у меня были на 12 и на 8 сазан. А сегодня я здесь закормил уже сознательно. Закормил кукурузой. И спустя 20 минут, как я забросил здесь удочки, поплавок здесь у меня стоит, клюнул все-таки на боковой кивок. То есть поплавочная не сработала, а именно боковой кивок. Я подыгрывал, сидел тут,
уже камеры повыключал, особо как-то не надеялся, что будет поклевка. Хотя он периодически тут шатал тростник, постоянно ходил. Ну, тем не менее, получилось. Я рад такой рыбе. Рыба действительно хорошая. Даже такую, за такой рыбой заодно и стоит приезжать на рыбалку. Я пока еще не сворачиваюсь, друзья. Посижу, отдохну. Чисто на одном месте, не буду никуда ходить. Подкину сейчас еще горстку кукурузы. И будет у меня стоять поплавок и боковой кил. Посмотрим, на что будет поклевка. Если что-то поймаем, я обязательно включусь. Оп, смотрите, поклевка. Что это такое? На поплавок выкладывала и бросила. Что-то на поплавок, друзья, шатает. То ли по поплавку била красноперка. Ух ты, блин, сошел. Ё-моё. Это была выворка. Я даже его не поднял. Ну что, друзья, вот это была торпеда. Даже не остановил, как пошел влево туда. Я его развернул. И он потом еще один рывок и сошел. Ну, сейчас сидит там крючок в этом самом. Зацепился за тростник. Ну, блин, вторая поклевка. Друзья, на одном и том же самом месте. Так что сегодня я сидячий. Не ходячий, а сидячий. Не ищу рыбу, она меня ищет. По крайней мере, я уже получил порцию адреналина, друзья. Ну, классно. Так что поддержите видео лайком. Еще не вечер, может, мы еще что-нибудь поймаем. Давай, давай. Есть! О, вот это карась. Карась. Ну, такой вот карасик. Ну, это мелкий. Совсем. Наверное, грамм 600. Ну что, беги. Ху-ху.